опять у нас были моменты, которые неплохие, которые мы не смогли использовать, соперник использовал. Боевая игра хорошая, жесткая, ну, как бы мужской хоккей, ну, некоторые, ну, как бы такие ненужные ошибки, которые даже не ошибки, а глупости, которые мы сделали вот в третьем периоде, когда бросили нападающему в щитки, и, в общем-то, как бы уже такую, не могу сказать, что точку, но пропустив третью шайбу, уже как бы так тяжело было что-то сделать. Хотя ребята бились до конца, и моменты создавали и в конце, и, ну, как бы держали удар, пытались атаковать, что-то сделать, ну, не получилось, не хватило мастерства, подустали в конце. Мастерства еще не хватает, поэтому как бы удачно вратари сыграли, но тоже столько моментов сейчас, и третий период там мы перебросали, и по моментам было больше, но как бы, ну, хотя, конечно, мастерства еще вот этого на взятие ворот не хватает. Тяжело сказать как-то, ну, сейчас гадать на этот, не знаю, может и не выстачало, а может и...